Hello, everybody, меня зовут Честер, и я продолжаю играть в игру под названием Солярикс. Да, так. Я разобрался с одним типочком, нашел нормально патрончиков. В общем, задание остается прежним. Я нашел здесь дверь, нашел карточку вон в том ящике, и буду ее сейчас открывать. А я еще не срезал руку, потому что тогда погиб. Мы еще сходим, если здесь она была. Давайте посмотрим, что здесь есть. Так. 1 не сработало. Что это было вообще? Но я не сзади по голове ему ударил. Даже не ударил, а стрельнул. Что, или нам сзади прям подходить? Ой, блин, аж отсюда, ну ладно. Это опять взламывает. Кстати, знаете, что проще? Проще просто выстрелить ему в голову. Смотрите, как это делается. Интересно, откроется без этого? Не-а. Возьмем этот сраный шокер. На всякий случай, вдруг пригодится. Да я понял, что я нашел или просто все, хорошо. Ну Жопа, этот шокер не работает. Ага, нужна еще карточка Б. По-моему, тут было всего два врага. Так, я помню, здесь пилу нашел. Вот. Заражение типа что-то произошло, я не понял. О, гроза, новое видение. Нет.
если дверь у нас есть рука. Только я не понимаю, куда ее применить. Всех монстров, что ты гонишь. Ну и бродилка. Что, для чего я руку эту оторвал? То есть оторвал. Отпилил. Машины здесь у нас трупы, а это что такое? Ничего. Здесь у нас ходили люди. О, Walter, you should have been here. They locked themselves in and they tore each other apart. Какой-то Walter тут тебя запер. Я так понимаю, это Walter, да? То, что от него осталось. Ну ладно. О! Да хорошо, да я тебе пока не верю. Я так понимаю, ты, конечно, потом меня предашь. Типа, не знаю, заманишь в ловушку, там где будет куча монстров с дилдами. И не будет пускать меня по кругу потом. Но это не важно, это все равно же игра. Главное, чтобы в жизни такое не происходило. Идем. Только для чего я руку эту отрезал? Я не понял. Увы, я английский не так уж сильно и знаю. А ну вот этот момент, о котором говорилось. You got no real choices here. You gotta keep going. Admit it. You're lost without me. You're missing a part of yourself without me. Тут у нас, как это назвать-то, тоннель, здесь железный. Ага. И визы, по-моему, ограничены. Это я в каких-то джунглях уже, да? А чё он? Смотрите на мою рахитскую руку. Такая маленькая. Ясно, что ничего не ясно. Так намного будет интереснее. Воу. Себе вот это джунгли, все какое-то большое, знаете, да, обычный кустик, который, знаешь, что это лаванда, не, какая же лаванда, ландыш, но увеличенный где-то, не знаю, 50 раз. Вот, вот, что за звук? Shuttles in transit between Ancyra surface and the orbital ships. They believe their efforts have
Я что-то должен... Что это было? Мне нужно что-то покруче, чем пистолет. Короче, вот что я понимаю. На планете, хрен знает какая, произошла какая-то эпидемия. Люди начали сходить с ума. Он, чувак, себе кусочек ляжки отгрыз. Пытался и меня съесть. Ну, в общем, зомби, короче, у нас. Зомби и космос. Есть еще люди, которые стреляют в меня. Не знаю зачем. Мы бы объединились и мочили бы всяких космос-зомби. Но, увы, не хотят они со мной дружить. Так что я один, а мне помогает какая-то папа. Говорит на английском, говорила бы на русском, мне было стало лучше понятней. А, да наплевать, надо... Стелс здесь действительно работает, но шокер, который мне дали, это полная хрень, я не понял. Надо сзади подходить. Подошел. А им стрелять в голову сейчас, я думаю, не получится. Да я застрял уже. Ой, он сюда идет. Они на шум там говорили. На шум. А нет. В общем, смотрите, в режиме стелс один патрон. А в режиме агр трех патронов. Это, по-моему, лучше. Вот просторность, она наоборот мешает игре, не придает ей никакого шарма. Что это такое? Мы отступаем. Боже, помоги. По-моему, так. Ну так, нам придется его убить. Убить 4 патрона все. Приговор смерти. И кстати, пистолет похоже как у судьи Треда. Необыкновенно судьи. Надо придется его убить. Приговор. Смерть. О, что-то есть. Отлично, карточка. What a primitive explanation. Even your language is insufficient. Так, значит, где-то должна быть, если есть ключ, значит, где-то должна быть дверь. Так вот, где она? Так, я тогда пошел не, ну, в эту сторону, значит, можно пойти немножечко в разветвленку. Видите, я свернул, а здесь можно было дальше, по-моему, еще. Надо быть безопаснее, но я не умру. Здесь, смотрю, свет не оптимизированный, у меня, блин, 10 FPS здесь. Ну, вот почему. And you know how to say simple things, but your mind's racing, and your tools are limited, and you can't say everything you want to say. No
like for our dear old friend to talk to us in English. Хуизер, блин. Что за звук? Ну, патроны. Что нахрен не за всю парк? Ой, ну пошли где дальше. Если меня пустят еще. Ты что там сдалека видел? То есть издалека там виден. О, хранение, я так понимаю, даже когда высвечивается. Такой жесткий диск. Врага, две пули. Нет, такая себе интересненькая игрушка. Ну, хоть знаете, стелс хотя бы как-то работает. И это уже хорошо. Но факт остается фактом. Это бродилка. Карточки, двери, хождение туда-сюда. Ну, это уже не знаю. Для любителей олдскула как раз. Так, все. Теперь у меня только шокер, только хардкор. Извините, что так темно. Не хочу включать фонарик, потому что не знаю, как действует ли на людей. Ну, то есть на каких-то людей. Это сезон, блин. Так что... Ну, причем все кончено, он весь блюет. No, please don't go. I almost found you. You need to disconnect, Walter, and I'll find you. I'll hunt you down, and we'll have so much fun together, you and me. А, я так понимаю, я Волтер. А не тот чувак, который. Что? No. It's not here. Смотрите, как это действует. Он вышел, пошел на звук. Вот давайте попробуем. I heard it. Вот эта дверь, куда мне надо. О, турели, ни хрена себе. Давай, работай. Ну, 7, 3. Фух. Я прошел. Так, ребят, давайте я на этом закончу и продолжим уже в третьей серии. Что? Это был Solarix. Игрушка интересная. Сделана, не знаю кем. Не вдавался в подробности. Так что всем спасибо за просмотр. Если хотите продолжение, то пишите в комментариях, хотите вы или нет. Пока!